Крупнейший банк России Сбер в настоящее время ведет переговоры с Михаилом Гуцериевым, являющимся владельцем группы М.Видео. Темой переговоров является совместное развитие маркетплейса goods.ru и, вероятно, приобретение М.Видео. Однако представитель компании опровергает продажу М.Видео. Они намерены развивать этот актив в рамках группы. Отмечается, что 20 ноября на московской бирже М.Видео оценивалось в 129 миллиардов рублей. Сбербанк проявляет интерес к приобретению всего бизнеса. Также банк заинтересован в получении над ним контроля. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Новости».